«Лебединое озеро», «Кармен», «Евгений Онегин» – все это не сон, а реальность на сцене Южно-Казахстанского драматического театра имени Шанина. Балет мирового уровня показала труппа Государственного академического театра танца под руководством народного артиста Республики Казахстан Булата Аюханова. Зрители в полном восторге. Этот балет мы смотрели в своей молодости, 40 лет назад, когда начинал только Аюханов. В Алмате. Да. И вот сейчас пришли вновь посмотреть. Когда он организовывал, пришли посмотреть, что человек добился за столько лет. Яркие костюмы, прекрасное исполнение танца артистами балета. Все очень ритмично и в такт музыке, словно бабочки порхают на сцене. За 45 лет звездная труппа получила признание во многих городах и странах мира. Не было так, чтобы сказали: спасибо, мы вас видели дважды, первый и последний раз. Нет, я бы себе не простил. Во-первых, я бы сразу закрыл, как говорится, свою контору, потому что я очень дорожу тем отношением, которые к нам питают самые райончики. Театр танца Аюханова – это театр солистов балета. Тут отсутствует система звезд. В труппе 45 солистов, где каждый имеет собственный репертуар. У нас такой театр, где все солисты, и то есть мы исполняем и главные партии, и коллективные, ну, то есть и в массе стоим в кардебалете. Сейчас Булат Газизович желает только одного – показывать настоящий балет и никогда не изменять профессионализму в этом искусстве.